Добрый день, это журнал «Автодела». У нас сегодня немного не тематическое видео, оно посвящено не автомобильному гаджету, хотя и в автомобиле, и в гараже этому устройству можно найти максимум применений. Это больше предновогодний пост, который рассказывает о устройстве, которое хорошо подарить любому мужчине в качестве новогоднего подарка. И речь пойдет о новом литий-ионном фонаре компании Bosch. Называется он... Как он называется? Walklight. Просто и без особых изысков, никаких номер модели. Выполнен он в бытовом исполнении, то есть зеленый цвет бытовых устройств Bosch. И поставляется в коробке. Обращаем внимание, что оригинальные коробки Bosch запаковываются здесь определенным стикером, приклеивающийся и запечатывающим коробку. Внутри находится фонарик с литий-ионным аккумулятором, а также зарядное устройство к нему. Самое тяжелое во всей этой конструкции — это подробная инструкция на множестве языков Евросоюза. Но для нас самым важным является исключительно фонарик и зарядное устройство. Ну, в зарядном устройстве нет ничего необычного. Стандартная зарядка для литий-ионных батарей. Но вот сам фонарик заслуживает большего внимания. Включается он при помощи большой рукоятки, находящейся на корпусе. И может вращаться на угол 180 градусов. Позволяя освещать как впереди, так и сверху под любым углом. Можно положить фонарик и осветить нужную себе рабочую поверхность, будь то какой-то шкафчик или внутренность автомобиля. Плюс его можно поставить и сделать из него лампу подсветки для работы в темном труднодоступном месте. Кронштейн сделан из алюминия, сам фонарь сделан из достаточно прочного пластика. На боковой поверхности мы видим гнездо для зарядки, а также светодиод, который показывает, у нас идет либо потребление питания, либо зарядка включена. Здесь специальная проушина для того, чтобы можно было сделать петельку и закреплять, например, на поясе. Верхняя часть фонаря черный пластик, а нижняя часть прорезиненная, для того, чтобы фонарь был не скользил по ровной поверхности. Удобно, прочно и элегантно. Заявляет производитель о том, что данный фонарь работает до 3 часов. Заряжает он при этом 3-4 часа. И максимальная яркость свечения 90 люмен. Простой, элегантный, удобный фонарь. Всегда ему найдется применение, будь то дома или автомобиль. Поэтому в качестве новогоднего подарка, если кто-то из дам ищет и еще не нашел, выбирает, милости просим. Отличная вещь. Больше интересного видео на журнале «Автодела». Подписывайтесь, будьте с нами. Спасибо за внимание.